На скамье подсудимых Одинцовского городского суда бывший замначальника отдела материально-технического снабжения и сбыта юридического лица. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Получил от своих поставщиков взятки в виде денег за заключение договоров поставок всего на общую сумму более 1 миллиона рублей, из которых 500 тысяч рублей подсудимый передал своему руководителю. Государственное обвинение по делу поддержала старший помощник Одинцовского городского прокурора Олеся Саркисова. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом 7 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.